Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и из интернета. Перикл. Перикл – афинский военачальник и государственный деятель, который с 460 до самой своей смерти в 429 году до нашей эры во время эпидемии чумы был первым лицом в Афинах. Таким образом, Перикл руководил политикой Афин в начале Пелопоннесской войны и во время реорганизации союза, созданного для защиты от возможного нападения персов. Перикл был демократом правого крыла, в противоположность, например, такому демократу-радикалу, как Клеон. При огромном авторитете и популярности у него было много врагов. Фукидид восхищался Периклом и передал его взгляды на политическое устройство Афин во второй книге своей «Истории». Жизнеописание Перикла приводит Плутарх, параллельно с жизнеописанием Фабия, Кунктатора. Благодаря Периклу были возведены замечательные сооружения Афинского Акрополя. Известна дружба Перикла со скульптором Фиди, трагиком Софоклом и с философом Анаксагором. Ну так вкратце о Перикле, афинского военачальнике и государственном деятеле. Пока-пока, до свидания.